Собака, у меня подарки для тебя. Очень много подарков. Подожди, подожди. Сейчас мы все будем смотреть с тобой. Девушка, что мы с вами? У нас приехали подарки для Трампа до Алиэкспресс. У нас здесь ошейник, на котором даже гравировка с номерами телефонов с нашими. И я уже заказываю третий такой ошейник, потому что номера телефонов у нас меняются. И сюда же мы еще заказали держалку для ошейника, для Apple Tag, потому что... Потому что держалка для Apple Tag, она пока на текущем нашем ошейнике, вот в таком виде, она не очень хорошо держится, потому что она просто как брелок. И вот. Поэтому мы заказали специальную, красивую, чтобы она не вываливалась, и Трамп нормально с ней ходил. Трампи, иди сюда. Ну, клади зайку. Смотри, новый ошейничек у тебя, да? Красивый новый ошейник. Вот. Вот. Да? Трампи. О, ты, господи, боже мой. Давай, сидеть. 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 Трампи. Давай, сидеть. Вот так. Новый красивый ошейник, да? Ну, подожди ты, господи. Сядь. Сядь, колбаса. Сидеть. Вот так сиди, жди. Вот смотри, какая красота у тебя. Боже мой, это не собака, это теперь просто, просто красавец. Сейчас я тебе еще потуже сделаю, чтобы он у тебя не сваливался. Вот ты какой зайчик. Боже мой, ты какой у меня красивый теперь. А это еще несет. Смотри, у нас теперь еще есть. Еще мы заказали поводок. Поводок прикольный, у него красивая вот эта вот веревка тоненькая, 0,8 миллиметров. Я думаю, для Трампа будет самое то, потому что вот сейчас у нас текущий поводок 1,3 сантиметра, но он плоский. И у него вот такая огромная блямба, меньше блямб я вообще в принципе в магазине не видела. А тут в чем кайф? Здесь в сравнении даже блямба, ну совсем малюсенькая. И она при этом хорошая. Ну, нашу собаку должна удержать. Дай сюда. И ручка. У него мягкая ручка. Я так понимаю, что она может даже плавать, наверное, в воде. И тут еще вот такие красивые лапки нарисованы. Но это все на самом деле не самое главное. Главное, чтобы он хорошо держался. И этот поводок, у него длина... 2 метра, да, и что хорошо, вот такие поводки в магазинах здесь стоят по примерно 15-20 евро, но они все короткие, у них длина 1,20 м, и как бы куда ты будешь с такой длиной ходить, непонятно, а тут хорошая длина, 2 метра подходящая. Рамби, вот ты какой красивый, боже мой. Боже мой, и Трампу держать удобно во рту. Не будет мешаться. В общем, наш кабачок теперь полностью в обновках. Боже, боже, как ему нравится. Ой, ой, любимый поводок теперь, да, Трамп? Любимый поводок. Подожди, это еще не все. Это еще не все подарки тебе. Трамп, дай, дай, подожди. Это еще не все подарки. Ты думаешь, мать тебя обделит? Смотри. Так, вот еще не рассказала. Я еще заказала ему пристежку в ремень безопасности в машину. У нас такой был в Москве. А, Трампи! У нас такой был в Москве, но куда-то он потерялся. Я когда уезжала, не смогла его найти. Не знаю, куда мы дели. Может быть, в Ригу отвезли, и там благополучно забыли.
Вот, ну, в общем, я заказала такой же. Он стоит 5-6 евро, в зависимости от того, с рисунком или без, в магазинах, в живых. Вот, а на Алиэкспресс он нам стоил 1,5 евро. Вот, и, в общем, чтобы собака по салону не бегала, очень удобно его пристегнуть в ремень безопасности, потому что сейчас у нас там короткий поводок, по-моему, он 70 сантиметров, я его завязала на подголовник, но с ним тоже неудобно, потому что он тянет наверх, и если собаку привязать на такую длину, чтобы он мог между сиденьями положить голову и с нами типа пообщаться, посмотреть вперед, и дальше никуда не лезть, то в таком случае он не может нормально лечь. То есть он может только в одном месте машины лечь потом, чтобы полежать. А с этой штукой он, получается, и в длину смотреть между сиденьями передними сможет, и, в принципе, ходить по всему заднему сиденью в своем гамаке, и ему будет комфортно. Поэтому я думаю, эта штука тоже очень нужна и важна. Да. И теперь самое главное, мы заказали лежанку. 13,5 евро она стоила. Здесь, ну, она тоненькая на самом деле, ничего там сверхъестественного нету. Но за счет этого я думаю, что ее можно будет стирать. У нее здесь подушка, которую, я подозреваю, Трамп может начать вытаскивать и насиловать. Но все равно попробую, как ему зайдет такое местечко. Вот, потому что такой формат лежаночек мне нравится. Надеюсь, ему зайдет, потому что он постоянно спит на своем диване. Иди сюда, Трамп. Ну-ка, давай, место, место. Залезай. Сразу собака начал копать и навсегда. Видимо, ему просто из дерева нужна эта штука. Трамп, Трамп, но ты не попробовал, просто вот ляг. Просто ляг, смотри. Все, все, лежать, лежать, место, место. Все, все, лежи. Трамп, ну нет, нет. Нельзя, нельзя. Ну хватит, Трамп. Капун. Капун. Трампи, я прибью. Прибью эту лежанку к полу. Вот такая лежаночка у тебя. Лежаночка ж хорошая, ну что ты ешь-то сразу? Дурачила. Так, все, все, все. Трамп, место. Трамп, Трамп. Ну, видимо, она тоже долго не выдержит, потому что Трамп ее будет и насиловать, и грызть, и все, что хочешь с ней делать. Потому что любитель интертеймента. Трамп, Трамп. Понравилось, да? Очень, да? Очень понравилось. Хочу копать, хочу грызть. Очень понравилась новая игрушка. Лежанка, они не слышали, знаю слово игрушка. Трамп, Трамп, сидеть, сидеть. Нет, вообще не реагирует. Трамп, стой, стой, стой. Трамп, стой, подожди, подожди. Так, господи, тут все, все перебилось. Подожди. Так, так, сидеть, Трампи, стой, подожди. Точно нужно деревянный дом сколотить, тогда собаке будет норм. Трамп, хватит. Мародёры, кровать твоя. Трамп, домик, да? Домик. Трамп, Трампи? Ой, ты хорошо. Заяц только тебе как-то. А, ты сел на спинку места, да? Ну, иди ко мне. Ко мне. Молодец. Иди на место. Место? Да, 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 да. Иди на место. Нет, положи зайку. Да, да, зайку мне. А сам иди на место. Трампи, место? Нет, место. Трампи,
Трамп, место. Вот так, да. Вот так, молодец. Куда ты пошел? Место. Вот сюда сядь. Молодец. Место, Трамп. Ты моя сладкая рыбонька. Молодец. Возвращаюсь домой после работы. Хочу сейчас посмотреть, как Трамп себя вел и сожрал ли он уже свою новую лежанку. Что здесь? Мордочка. Мордочка хорошая. Ну, рассказывай, как ты тут? Как ты тут хорошо себя вел, мой сладенький? Пойдем смотреть. О, лежанка на месте. Ай, ты моя рыбонька, ты же моя хорошая собака. Иди, мой Трампик. Смотри, как лежанка у тебя. И лежанку не сожрал. И лежанку ты не сожрал, мой котик сладкий. Ты мой хороший. Ты мой хороший, да? Да? Ну все, играем с тобой.